Видео спасения кота, который примерз к земле в 35-градусный мороз, стало хитом Рунета. Эти кадры сняты в Южноуральске. Животное залезло на ночь погреться под автомобиль и там уснуло. На утро лапы и хвост домашнего питомца оказались намертво впечатаны в толстую ледяную корку. Автор ролика Сергей Баранов и его жена не стали проходить мимо. Кошечка замерзла, прилипли лапы. Пытаемся ее сейчас отлить горячей водой. С помощью горячей воды горожане начали растапливать лед и вызволять конечности кота одну за другой. Вот такие у нас морозы. Кошки на улице вмерзают. Да-да-да, они прям под прям вот эта лапа у нее вмерзла. Все. Животное спасли, отогрели и отнесли к ветеринару. И после этого отдали в добрые руки. Сейчас кот жив и здоров. А видео его чудесного спасения набрало почти 1,5 миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.